Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики. Айзик, все дела, вы все поняли, продолжаем за этого синего урода играть. Он меня уже задолбал, я его уже задолбал, мы друг друга задолбали. Вот, но все никак не разойдемся, как, я не знаю, 15 лет в браке. Так, если я возьму... Да, я думал, все-таки это нам даст бомбы. Ну, в общем, в целом, говно какое-то. Так, что-то я гамму-то выкрутил. После очередного проклятия темноты. Что хотел сказать? А, мы как будто, короче, 15 лет в браке, задолбали уже друг друга в усмерть. Короче, она меня бесит, он меня бесит. Вот, он алкоголик, она истеричка. А все никак не расстанемся, потому что уже привыкли друг к другу. Но также и вот с этим парнем синим. Он меня бесит, я его бешу, потому что я им играть не умею. Вот, но мы все никак не разойдемся, продолжаю за него играть. Потому что, ну что мне еще делать, я... Да какого хера тебе, розовый ублюдок? Розовая кофточка, выйди отсюда. Не знаю, как за него играть, он тупо какой-то просто кончен. Собака, он мне целое сердечко съел. Сукин сын! Опять перка не дали в самом начале игры, на самом деле можно было уже рестарт делать, потому что, ну, бессмысленно за него пытаться проходить, если у тебя в самом начале хоть какого-то перка нет адекватного. А то, что там нам выдали эти бомбы, ну это вообще смешно для этого персонажа, по крайней мере. Ты, тут и так-то дамаг стараешься хоть как-то снизить, еще и самому взрываться, очень смешно. Не, ну в принципе, если видишь ситуацию, когда тебя все равно жрут уже, то, конечно, можно жахнуть, как пендаль. Но я предпочитаю думать, что на таких ситуациях не будет. Ахаха, как смешно. Так, опять эти придурки сейчас прыгнут. А еще могут загореться. Я, правда, не знаю, чем отличается горящая эта хрень от обычной. Наверное, дамажит сильнее. Да япона мать! Ненавижу вас. Короче, какое-то тупое начало, честное слово. Что это было вообще? Ничего не заработал, только здоровье потерял. Сейчас меня, скорее всего, босс сожрет. Ну, все как обычно, в общем и целом. Денег он две монетки набрал, только и все, и до свидания. Монстру. Не, ну монстр, конечно, меня не съест. Если я только самому не отдамся. Но, в общем, начало уже запорто. Скорее всего, придется делать рестарт. Конечно, внезапно не обнаружится, что какой-нибудь там мега-перк там мне дадут с этого монстра, в чем я сильно сомневаюсь. Так там, конечно, босс простенький. Но не зря его самым первым дают увидеть, когда вы только начинаете проходить игру. Когда ты разбрызгиваешь, ты чё разошелся? Распрыгался, мать твою. Вот упорный, а. О, на кофеине будем, кофеиновый наркоман. Понеслась. Интересно, вообще бывает кофеиновый наркоман? Ну что, кофеин, в принципе, это тоже наркотик. Хотя, блин, это говорит человек, который каждый день убивает... Наверное, по кружке три больших чая, как минимум. Чай, как известно, тоже много кофеина. И, в общем-то, бывает что-то больше, чем в среднестатистическом кофе. Черном. Да ты скотина, нихера он прыганул. Вот лол. Падла. Умри, умри, козел. Умри. Ты умри. Эх, опять наркоман. Кругом наркоманы. Все очень плохо. Здоровье одно сердечко. Прелесть вообще. А, ну пол сердечка вообще от нас. Давайте хоть попробуем выбить из камня что-нибудь. Целое сердечко выбило. Вау. Просто вау. Денежки. А, ок. Фальшивая монетка, которая нам при поднятии одной монетки может дать две. Ну, в смысле, поднимите две.
Место одно. Счастье-то какое. Так, главное. Не делать резких движений. Слышишь ты? Так, гриб. Так, ну гриб нам дает рандомный баф. Давайте лучше монетку возьмем. Накупим монеток, сходим в магазин. Чуть купим. Потому что надежды на то, что нам выпадет что-то, вообще никакой. Это персонаж, такое ощущение, что у него удача минус 200. Вот реально. Вполне может быть, что так и есть, что у него удача занижена. И из-за этого он ни хера не получает толпы-то. Всякое говно выпадает. Ну, кстати, я же могу оставлять свои собственные какашки и разбивать их, и в них иногда что-то бывает. Я про это забываю. Так, это что за хер вообще? Ни хера себе! Это вы мне предлагаете начало игры такое? Вот это будет тварь? Не, я помню, он такой был уже. Только я не очень рад, что я его сейчас вижу. Блин, потом этого мелкого... А, подожди. У него нет различия, у него одно здоровье, да? Ну ладно, не очень сложно. All stats up, then shuffled. Только дамаг у меня уменьшился, все. Больше ничего. Не, ну крутые фишки, конечно, у тебя. На самом деле, я не знаю, кошачья лапа, она вообще работает с этим персонажем хоть как-то. А по идее, она заменяет один, значит, красный контейнер на... На один или два синих, я не помню. На два, по-моему, синих. Было бы прикольно, если бы у меня были красные сердца, которые я мог на это дело потратить. Я ищу бомбу, на самом деле, потому что там был камень, который можно взорвать и вытащить оттуда. Монетки. Ой, монетки, сердечки. О, две монетки дали. Какое счастье. Ну, кстати, я же сокровищницы даже не было. Уже собирался, короче, прыгать в яму. Фига я. Не очень такой. Спасибо. Так, мамина прокладка. Преиспользована еще. Так, а что она делает, я не помню. Надо почитать. Так, мама с патроги убивает персонажа в течение 5 секунд. Пойдет. Лучше, чем говно, по крайней мере. Откладывать. Хоть какая-то защита от врагов. Давайте ее используем. Пусть они от меня убегают. Ахаха, смотрите, прокладка использована. Ахаха. Но я все равно отхватил, как мудак. Сам нарвался. Так, дайте бомбу, звери. Конченые люди. Конченые люди делали эту игру. Я конченый, потому что я в нее играю. И здесь нет ни одной бомбы. Зато здесь есть Диндл, который меня сейчас и вольнет, собственно. Потому что у меня рейндж понизился вообще в ноль. Fuck you, Диндл. Как еще делаю? Надо уворачиваться, я, блин, скачу туда-сюда как... Припадочный вообще. Так, тебе что надо? Шел отсюда. Блин, что-то их много стало. Надо валить. Подожди, родной. Успокойся. Не давай без нервов. Тык-т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 ык. Да уж. Вместо одного босса я, короче, здесь получил четверых, я так понимаю. Ну что, будет еще два или один. Ну, что-то типа такого. Награда, конечно же, никакой не будет. За... Ай! Так как? Еще и целое сердечко снял! Ты что, охерел? Или нет? Или полсердечка? Да я сейчас сдохну опять. Не прет. Не прет у этого персонажа вообще играть. Личное начало. Эти ребята сейчас меня кончат. Не знаю, зачем я это сделал. Была у меня какая-то таблетка, я ее поюзал. Все равно уже терять нечего. Я сдохну. И я сдохну, они меня завалят. Два этих дебила. Тихо, 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 тихо. Успокойся, Валя.
Ой, почему Валя? Не знаю. Вали, козел! Вся комната такая в говне. Если бы тут Динго покатался, так этот придурок сейчас озвереет. И вполне возможно меня догонит. Потому что... Ну да, догнал. Дерганая тварь. Че, по новой все. Все как обычно. 10 минут впустую игры. Понеслась. Лук. Типа усиливает слезы, но на самом деле ни хера он не усиливает, судя по тому, что я вижу. Зато хлещет теперь из глаз, как из воронспойта. Бляха. Вас я терпеть не могу. Прыгайте. Вообще первые уровни вот эти вот бесят своими пауками, если честно. Их просто дохера их. Что, он вроде как собирался плюнуть, но не плюнул. Отлично, челлендж ап. Вообще круто, учитывая, что я играю на харде. И что у меня теперь будет? Сложность инсейн? Я правильно понимаю? Что меня теперь вообще порвут, как тузик-грелку. Ходи, паук. А в таких узких коридорах их ничего так валить. Они никуда деться не могут. Дайте лучше бомбу, потому что я бы мог взорвать штуку и получить другую штуку. Так, опасности. Ксё, ну что ты туда-сюда дергаешься, как ты бесишь просто, а? Ненормальные пауки. О, внезапно. Очень приятно с их стороны. Вот и бомба. Давайте сразу здесь бахнем. Аж целых два сердечка. Нифига себе. Раздолье какое. Так, тихо. Тихо, родной. Тихо. Ты ж плюешься еще, да? Так. А вот мне бы сюда бомбу еще. Да, бомб не хватает. Уже столько возможностей. И здесь тоже. Да, это какое-то издевательство. Когда вот бомб нет, а тебе подсовывают камни таинственные, которые ты теоретически можешь взорвать, а ты их не можешь взорвать. И как, блин, страдаешь вообще очень-очень сильно. Прям боль испытываю физическую, потому что не могу их взорвать. Господи, это комната смерти просто. Называется «Увернись от пауков», аттракцион такой. Пауки, мухи, их столько здесь, я херею просто. Ну как вообще? Я должен здесь выживать, если у меня нет ничего, вообще ничего нет против них. Давайте хоть муху бьем. Че я мечусь так как уголтелый. Так, ты прибежал, да? Че ты умеешь? Че ты не умеешь? Ты скотина! Да что ж вы так прыгаете-то, блин, на 8 километров просто? Бесит. Бесит. Бесячие все. Все бесячие. Все тут собрались, чтобы надо мной издеваться и бесить меня. Я их ненавижу, а они мне отвечают взаимностью. Этот синий чувак меня тоже уже ненавидит. Сколько можно за меня играть? Ты же не умеешь играть в эту игру! Ты ничего не знаешь об этом мире, полном говна и страданий. Я такой, ну да. Боль. Печаль. И вообще неудача. За что только первый уровень, блин? Давай ты бомбу выронишь, а? Две бомбы. You have been blessed. Я не помню, что это дает. Тихо. Синие мухи, они вообще... Ой, синие, зеленые мухи опасные. По-моему, тоже что-то связано с синими сердцами и появлением комнаты ангела. Я уже не помню, что. Слишком много надо в голове держать для этой игры, вот реально. Слишком много. На меня одного. А, я тут даже ничего купить не могу. 4 монетки. Грустно. Зато ключ под розовый паук, окей. Что-то интересное.
Тихо, ты чё? Дурак, что ли? Тихо, вот так. Ой, льется, блин. Так, пачка спичек и лап. А вот и бомба, собственно. А, так это двойная, что ли? А, вот почему я думал, что я сокровищницу не взял. Я, оказывается, ее взял. Просто... Их две на этом уровне. Мне нравятся эти уровни, прям вообще... Все бы были такие, по две сокровищницы, это вообще было бы классно. Так, надо теперь вспомнить, где, чё, как... Сердечко, спасибо. Пойдем дальше искать. Так, здесь я хотел еще подорвать. Подорвали, пацаны! Ага. Теперь я могу что-нибудь купить еще вдобавок. Неплохо так. Так, и где-то еще был один камень. Вот здесь вот. Ой. Целых два сердечка, нифига себе. Вот это вообще... Вообще... Так. Пойдем в магазин сходим. Так, ну естественно я куплю вот эту штуку. Че, я бумеранг никогда не брал. Что он себе вообще представляет? Ну ладно, неважно уже. Уже ничего не возьму. Пойдем дальше воевать. Так, вот это вот, конечно, тварь конченная вообще. Я его ненавижу, этого босса. Лютой ненавистью. Ну, потому что, ну, не ублюдки ли, а? Ну, что ты такой живучий-то, мать твою? Жесть же просто какая-то. Херху бьешь вот этих вот тварей мелких. Он еще этот ублюдок. А вот ты можешь? Можешь, понятно. Хотел проверить, вдруг он не может проходить сквозь говно. Его можно заблокировать там. Насиловать. Нет. Было бы слишком круто. Пошел ты нахер. Ты что-то ускоряешься периодически. Он вообще неадекватный босс, реально. Ощущение, что он забагован просто. А то быстрее, то медленнее двигается. Вали. Сдохни ты. Так, плаценту сожрем. Посмотрим, что там сутуна дает. Так. Вот это вот Horror of Babylon, насколько я помню, проклятие. Вот это мы точно возьмем. Тут как бы даже не обсуждается. Ну что, давайте вот это вот возьмем тоже. Spirit of the Night. Подожди, я еще так и буду летать? А, нет, это не Horror of Babylon, это Spirit of the Night. А что он дает? Что он дает? Что он дает? Надо посмотреть, я забыл. Редко попадается эта штука. Но метка, надо сказать. Интересно, как она сочетается с крыльями, например. Так, дух ночи, полет плюс спектральные слезы. Но у нас и так выстрелы спектральные. Ладно, полет это уже круто. В принципе, неплохое начало. Надо только сердечек подзаработать. И дамаги поднять немножечко. Прям совсем чуть-чуть. Будущий атак. The Tower! Но бесполезная довольно карта, по большей части. Хотя иногда бывает, пригождается. Сука, вот такие вот ситуации, вообще-то просто таз. Блин, у меня уже еще и эти стики на геймпаде. Уже все в полном ахтунге от того, что я с ними сделаю. Нормально. Так, ну можно сходить, в принципе, в магазинчик. Тут ничего особо, конечно, нет. Ладно, запасаемся всяким. Угу. Угу. Еще больше денежек.
Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Так, ну, естественно, скорее всего, здесь прохода нет. Нет, да, это было бы слишком странно. Что, не получает? Ага, ты решил так, значит, да? Ну, так тоже не получилось, родной. Не вышел у тебя каменный цветок. Ва-а-а! Подстава какая, а? Специально сделано, блин, проверка на реакцию. Успеешь ты вовремя отпрыгнуть, когда они все на тебя кинутся? Или нет? Хотя, в принципе, времени дается много. Что у нас тут? О, вот это вот хорошо. Better Pills, потому что мы с вами пойдем сейчас. А, но у меня не хватает одной монетки. Попробуем накопить 15 монеток и купить баночку с пилюлями. Если это она, насколько я помню. Тоже неплохо. О, а ты-то что плюешься? Нифига себе. Или ты какой? Ты какого цвета вообще? Непонятный какой-то парень. Так, а вот здесь нету секретки. Ага. Вот это неплохо. Ну ничего так, прет пока что нам сегодня. В смысле, вот в этом ране. Конечно, скорее всего, я его запарю, как это обычно у меня бывает. Но пока что все идет окей. Но вот эта вот сера, это прям вот идеальное, то, что доктор прописал для этого персонажа. Хотя, в принципе, сера это вообще для любого персонажа. Ах, у нас больше таблеток. А зачем я купил эту таблетку, кто знает? Никто не знает, кроме меня. Что-то бред какой-то сделал. Да ладно. Мракобесы атакуют! А-а-а! Спасайся, кто может! Но в эту комнату мы не пойдем. Пойдем дальше гулять. В принципе, вот с такими вот перками уже можно облазить всю карту. Потому что уже не так страшно становится. Хотя, конечно, рисковать тоже не стоит. Иногда не заряжается, блин, до конца, а тут уже отпускаешь напарик. Так, ну что-то все перестали давать. Что-то грустно. Тут ничего нету. Так, ну к вам я даже просто подходить не буду. Я знаю, что вы не очень такие. Мухи тоже, блин, те еще твари. Так, заряжай давай. Пойдет. Тоже пойдет. И пойдем убивать всадника. Какой-то он серо-зеленый. Мне нравится, что вот на этой сложности прям вариативность мобов, она очень сильно увеличилась. То есть у них постоянно разные расцветки. Естественно, у них разные всякие особенности в мобой. Так, ну тут я уже ничего не соберу, к сожалению, слишком мало здоровья, чтобы тратить. Хотя я бы, конечно, взял ошейник Гуппи, в надежде собрать сет Гуппи. Хотя он мне не очень нужен, но, блин, он неплохой. Так. Давайте возьмем. Хотя там, скорее всего, какой-нибудь трэш. Ты таблетки не ешь, не? Сейчас так хоп, такой съел мои таблетки. И все. Не знаю, зачем это сделал. Смысла там особо нет, но, блин. Рейнджап. Да у меня и так, собственно, с рейнджем все окей. Судьбу ты сейчас хоп-хоп-хоп сожрал. И все. Да хватит блевать-то, ну. Некрасиво с твоей стороны. А вот этот вот гад не очень такой. Я не умею от него уворачиваться. Вообще, вот,
ни разу. Поэтому его надо... Да, ну как? Ну как вообще это увернуться? Я не знаю. Это невозможно. Это невозможно. Невероятно. И вообще... Блин. Здоровье проебал. О! Короче, тупая комната, она меня бесит. Паутины теперь, конечно, не так страшны, как раньше. И это радует. Так, что нам тут дают? Conceive Forever — хорошая штука. Тирза — хорошая штука, так как у меня слез нет. Бомбс такие, не знаю зачем. Я их один... Короче, перебесит меня это. Таскать их с собой. Так, что, сходим в аркады? Может, там что-то интересное есть? Нет, вообще ничего нет. Монеток собираем, да и все. Запихаю их в машину. Не, по-прежнему там. Мега цель — собрать 999 монет в этой машине. Не знаю зачем, не знаю, дает ли это хоть что-либо. Мне неинтересно читать. Я хочу узнать это опытным путем. Такой путь жадности, короче. Купим, купим, купим. Так, это что-то для чайников. Телепатия для чайников. Временно психический удар. Ну пусть будет. Все лучше, чем это говно. Это иногда штука интересные вещи дает. I see my future. По-моему, это... так, как называется? Кристалл Болл открывает карту, что ли? Открывает карту уровня и одну секретную комнату. Если карта уже открыта, дает случайную карту Таро и... или синее сердце. Это неплохо на самом деле. Да, блин, возьмите его. У меня карта еще не открыта. Пойдем открывать. Ну, может, секретную комнату откроют нам. Не знаю. А, у нас есть эффект от таблетки I Can See Forever. Поэтому... Секретную комнату мы нашли и так. Тут парень, который ест ключи. Пока мы ему ничего давать не будем. Так, опять эта комната смерти. А, нет, это не та комната смерти. Спидап. Вообще на спидах будем сейчас. Как наркоман какой-то. Так, иди ты в баню. Конченая бомба. Вот это вот вообще отлично. Всегда бы так. Фига себе. Стадо пауков. Не понял, что ты не умер. Офигел, что ли, совсем? Какой-то вообще. Просто вообще. Воу, вот это вот опасно, ребята. Несмотря ни на что. Эта карта вообще кончается, не? Валите, козлы. Ты, твою мать, все равно бабахал меня, падла. Как я вас ненавижу. Вы же просто не очень такие. Так, давайте сюда заглянем. Гори в аду. Так, свинья-копилка что дает? Я не помню. Свинья-копилка. Получение 3 монеты каждые полсердца урона. При поднятии дает 3 монеты. А вот это, по-моему, пояс, да? Он тоже челленджап дает. Но что-то еще тоже. Еще урон на 1. Повышение шанса встретить чемпионскую версию врага. Да пойдет. Они и так у меня все время чемпионские. Так, ну и все, да. Карту мы открыли, давайте поюзаем. Но он мне дал таблетку, лол. Таблетка мне не нужна. Что-то у меня дежавю какое-то, блин, как будто я уже это такое встречал. Странно. Очень странное ощущение. Ой, вот это вот опасно, конечно. Опасный парень.
Тихо, родной. Ну ты умер, в общем-то, говорят. Конечно, опасный, но не сегодня. I can see forever, мы поюзаем на следующем уровне. Некрополис. Часть первая. Твою мать! Нихера вас тут. Хорошо, не 4. Ну, давай. Все. Ой, кстати, тоже дозвоны те еще. Пойдет. Отбились вроде как. О, даже синее сердечко дали. Нифига себе, прям щедрая игра. Этот ран. Так, это у нас Супер Рат. Рат. Тихо. Псих, что ли? Успокойся. Blast damage. Спокойно, хып тебе. Не надо вот этого вот. Ооо, вот это жатас! Пацаны вообще все разноцветные такие. Прям. Как будто я попал, короче, на тусовку офисного планктона, каждый в своей рубашечке такой модный. Бляха-моха. Что-то я, блин, даже не хочу сюда идти. Вот надамажит же 100 пудов. Вали. Япона, мать! Ладно, мы спрячемся за бетонными перекрытиями. Так, все с тобой понятно. Это я вижу камень, который можно бахнуть. Нихера себе бахнул. Но я вообще-то на другое рассчитал. Мне ключ от этого будет нафиг не нужен, на самом деле. В данный момент времени. Так, посмотрим, что в сокровищнице есть. Книжечка. Она мне сейчас не очень-то нужна. Так, а вот сердечко я, пожалуй, возьму. Так, что это все такое? Я уже забываю. Каждый раз сумка. На ремне дает шанс дропа вещи по получению урона. Не хочу. А второе это что-то такое, вообще не помню, что такое. Возьмем, посмотрим. Мод тренингтру, да, неплохая штучка. Больше можно тренингтов с собой таскать. Так. Ага. Таблетка. Достаточно одной таблетки. Так. Кончились деньги. Ага. Вы какие-то вообще продвинутые ребята, я смотрю, сегодня. Прокачанные, так. I can see forever мы поюзим опять же на следующем уровне. Сразу сжег его к херам. Так, нет тут камней таких хороших. К сожалению, нет. Так. Он сам там убивается об шипы, молодец. Всегда бы они так делали. Ну, пойдем дальше исследовать карту. Потому что можем. Воу-воу-воу, вы чё? Озверели, что ли, совсем? Ненавижу вот эти вот шипастые херови, но все-таки попался, ты посмотри на нее, а? Сучара. Ляха, я сейчас еще здесь попадусь. Писит они меня. Тихо, мухи, спокойно. Я пришел с миром. Это вранье, конечно, но... Так. Так, это нам не надо. Дайте что-нибудь другое. Карта, кстати, здоровая, блин. О, вот это вообще атас, конечно. И что делать? Проскочил кое-как. Нормально. Устроили всем харакири. Так, башка.
Даже не знаю, стоит ли бушку. Нет, но это, конечно, хорошая штука. Я думаю, я ее возьму. Только вот сейчас вот закончим с картой. Так, это что такое? Блюп-блюп. Flatworm. Это, по идее, делают наши плоские слезы. У нас плоские слезы делают, но... Как бы сказать... Короче, говоря, слез-то у меня нет. А эта штука нам в основном таблетки дает, поэтому давайте-ка мы возьмем. А, сначала сделаем вот так вот. Все равно дают таблетки. Еще больше спиды. Но мы возьмем голову Гуппи. Гуппи. И будем порваться по мухам. Так, я туда иду. 4 сердечка, блин, не очень-то много. Так, вот здесь вот, да, не хочу я тут обходить, я обойду с этой стороны. Мне не хватает одной монетки, чтобы взять сумочку. Че, выбьем из машины? Вообще-то я хотел по-другому сделать, ну да ладно. Filled with goodies. Гудиз. А кто у нас? Сейчас. Ты кто такой вообще? Давай, до свидания. Только козел. А, он тоже так умеет. Смотри-ка. Да харе, Вася. Остановись. Нихера дикарь. Ой, мама. Ой, мама. Япона, мать. Да ты что такой вообще маньяк? Да он же убьет меня сейчас. Япона, мать! Вот это босс, я охерею просто. Ты посмотри на него. Озверевшая тварь. Я охерею с этих боссов иногда. Просто возникнет какая-то тварюга и вообще просто все здоровье сожрал. Вся. Тварь, мать его. Так, ну я помню, что у меня два сердечка. Тихо. Да иди ты в баню. О, подожди, монетки. Откуда монетки взялись? Да я не хотел этого делать вообще-то. Так. Чаде. Твали, козел. О, внезапно. Ты что-то какой-то упертый, я смотрю, да? Хочешь меня съесть, видимо? Что-то боссы пошли внезапно в комнатах. Вообще какие-то странности творятся. Так. Прям во мне тебе обязательно надо было появиться, да? Ну не ублюдок же ты. Так, монстр 2. Это опасен. И жизни у него, блин, смотрите сколько. Чё? Поиграем в игру, у кого лучше сильнее. Не, у тебя, конечно, сильнее. Это да. Но ты вверх не можешь стрелять. Открою тебе такую тайну. Ты это прекращай. Ну, монетки мы, конечно, пособираем. Все хорошо. Но мне же их тратить-то особо некуда. Ой, япона мать. Опасные ребята. Да, япона мать! Ненавижу их. Так, что делает эта рука? Я не помню, что делает. Неважно. Вот сука, а. Вот сразу же поймали. Просто сразу же, мгновенно. Для разговоров влепили. Твари. Ненавижу. Да идите вы нахер! Своими пауками. Меня сейчас убьют. Как бы уже думать нечего. У меня слишком мало хп. Куда? Я такого... Ну, такое не подписывался. Сдохни, пожалуйста. Ну, Крампус Рейдж мне не очень интересен.
Мы в комнате Сутуны, да? Побывали. Монетку оставил. Обидно. Ну, что-то такого я ожидал. Подстава пошла. Так, эту херь я брать не буду. Тем более непонятно вообще, как она будет работать вместе с совокупностью с вот этой штукой. Можно, конечно, проверить. Ребята что-то ошалели, я смотрю, от безнаказанности. Идут такие вообще беспалевные. Ну, открывайся. Так, блин, мне нужно ХП. Ну, хотя бы здесь что-то есть. Так, вот эта вот штука неплохая. Ну и можно взять. Speed up! Еще быстрее будем двигаться. Наркомания в деле. Унылые хмыри. Отойдите от меня. Не надо этого. Так, вроде нету крестов. Сразу выносим этих пауков. Мудацких. Да япона мать, хватит меня телепортировать. Ты бесишь меня, страшно уже. Ага, отличное место. Телепортируют и телепортируют, блин, целый день сегодня. Свалута. А вот так вот, да, жизнь обернулась. Вы хотели меня сожрать, а я вас сожрал. Фига я ношусь вообще как умалишенный просто. Так, а у меня нет ключа второго. Поэтому хер я что здесь сделаю. Хотелось бы, на самом-то деле. Интересно, что там за этой... А, подождите, у меня есть ключи, на самом деле. Я, конечно, могу сейчас себе тупо упороть весь билд. Так. И что изменилось? А ничего не изменилось. Как было, так и осталось. Тоже бывает. А жаль. О, дамаг. Хо, неплохо. Вот я сейчас должен вообще врываться. Главное успевать быстрее убивать врагов, чем они, собственно, убивают меня. Сейчас же будет маман. Надо будет ее сжечь. Айзек! Ну... Так себе, прямо скажем. Дамаг, либо у нее просто здоровье. Да хера. Тихо. Что дальше? Да, скорее всего, у нее здоровье, да хера. Было бы это обычная маман, я бы ее за один выстрел сжег, скорее всего. Так, ну что, пойдем к Айзеку. Fate chosen, все дела. Ага, Крампус Рейдж что-то висит. Да нехуй-то мне его брать, потому что у меня в любом случае у самого есть. Примерно такая же фигня, что дает Крампус Рейдж. Моя копия. Так, учитывая, что у меня больше нет таблеток I Can See Forever. Плохая штука. I Can See Forever. Я считаю, надо озадачиться поиском секретных комнат. Ты чего упоролся? Белый червяк. Смотрите на его скорость. Дикий вообще какой-то. Так, вы идите нахер. И тоже может даже отправляться. Нихера себе комната смерти. Да идите вы нафиг. Ненавижу такие подставы. Галактика опасности. Пыщ-пыщ, лоло. Так, I Can See Forever. Нюзаем сразу же. О, мои паучки, оказывается. Здрасте. Можно тебе бомбу поставлю? Нормально. Ничего не выпало.
Тихо! Вот эти вот сейчас были подлые пауки. Я чудом, на самом деле, не попался под выстрел. Я даже не понял сначала, что происходит. Целое разноцветие, короче, жуков этих, в смысле, червяков. Отвалите нахер от меня, козлы. Просто все цвета собрали. Давайте посмотрим, что вот это вот мне рука дает. Я про нее забыл опять. Реально, у меня просто в памяти не помещается. Заменяю все сундуки красными. А оно того стоит. Даже не знаю. Ладно. Давайте. Хотя это вообще говно какое-то, если честно. Останемся при своих, в общем. Хотя, конечно, вот эти вот красные сундуки, это та еще подстава. Но сколько же у меня дамаги, блин, я офигею. Сейчас вообще выжигаю просто напалмом. Сто свитания! Че, бедняга, не понял даже вообще, что происходит. И умер. Опять вы. Визжащие твари. А ты... Ну, эти ребята очень грустные, на самом деле, сейчас. Опять! Что за нахер вообще? Что это? Кстати, я впервые добрался до утробы на этой сложности, заметьте. Впервые мне так свезло с артефактами, что получилось добраться сюда. Остался еще белый придурок. И, собственно, все. Так, комната с говном. Давайте-ка мы спрячемся за бетонным перекрытием. Так, секретных камушков, к сожалению, нема. Ой, вы что такие резкие-то? Идите нахер! Я дамаг не получил, да? То есть я вроде как его получил, но я его не получил. Какая-то обилка у меня сработала. Это один из этих медальонов, что ли? Понятно все. Надо избавляться, на самом деле, от этой вот руки. А, так себе. Еще больше спидов. Почему бы и нет? Так даже веселее. Я наслаждаюсь, на самом деле, возможностью убивать мобов сейчас, потому что, блин, мне так редко это дается за этого персонажа. Что я прям кайфую от ощущения собственной власти и силы, и вообще мощи, так сказать. Можно, конечно, отхватить таким макаром, в принципе, но пока что все норм. Мне показалось, там крестик. Ну что, вся карта открыта, пойдем в босс. Что там за босс, интересно, будет? Супер-пупер мега мама с Гурди? Запросто может быть. Так, подожди. Побольше мух себе сделаем. Конквест. Я тебя вообще не знаю, ты кто. Не, я, по-моему, уже такого убил. Разочек. Ну, конечно, на таком уровне сложности ты уже не можешь меня победить. Так, предлагаю взять болтик, потому что shot speed up, наверное, повеселее будет. Так, что нам предлагаешь? Ах, ну я взял только... Что там? Голову гупи. Кошку мне брать совершенно не хочется. Контракт, опять забыл, что такое.
Ну-ка. Контракт. Нет. Как называется? Договор с преисподней. Нет, тоже не то. Потерянная страница 2, наверное. Когда у персонажа остается одно сердце, вот эффект некрономикона плюс одно черное сердце. Больше зла твоя не поплатится. Хрен он знает. Стоит оно того вообще? Давайте возьмем. Your enemies will pay. Может быть, спасет меня однажды. Хотя, блин, я, конечно, всадил сердца. Ну, сейчас мы... Да, 5 курсов фанон. Как это бесит. Пойда вообще с этими проклятиями. Он только раздражает. Не более давно. Так, а вы не которые выпускают, да? Диких, безумных. Спокойно. Давай вот без этих вот вещей, уважаемый. Понятно. И... Иди ты в баню, Вася! С бомбой, мать ее. Блин, надо вот избавляться от этой руки. Зря я на самом деле не поменял на монету. Она, конечно, монета бесполезная, по сути. Да твою мать. По крайней мере, она не заменяет все эти сундуки одним этим же говном. Там все пауки, бомбы и тому прочее. А вот нихера, а вот нихера. Это так не работает, ребята. Как? Я ж за камнем стоял, сука. Отлично вообще. Сейчас, если я проиграю, если не дойду до Азика, я вообще пойду застрелюсь нахер. Самый лучший вообще ран всех, что были у этого персонажа. Там буквально идеальнейшее сочетание. Всех перков. Ну, практически не хватает парня, который бы хавал красное сердце, отдавал за них синие. Вот это было бы вообще просто идеальная комбинация. Так, еще больше мух. Ну, мухи это всегда хорошо. Вот этого придурка ненавижу. Умри. Глазик. Сердечко. Спасибо. Кстати. По-моему, из красных сундуков больше сильных сердечек дает. Или мне кажется, надо почитать про это побольше чуть-чуть. Вот реально, больше дают? Или это у меня какой-то перк это делает? Ладно, неважно. Сейчас бессмысленно вопрос задавать, потому что ответ мы не узнаем. Можно только гадать на кофейной гуще. Учитывая, что у меня кофе не пью, то мы даже это не сможем делать. Две было руки, окей. Ой, я не вижу этот. Ага, ага, бомбы, все дела. Так, нет ли здесь этих крестиков, короче? А вот нет. Спокойно. Все хорошо. Все под контролем. Тихо. Тихо, белый. Альбинос сраный. Он невидимый, что ли? Ла-ла. Вообще всякие странные комбинации попадаются у меня. Это у нас неубиваемые враги. Вау! Ссаные пауки! Как я вас ненавижу, блин! Подкрадываются незаметно, мать их! Ого! Вот этот дождь сейчас был. Из красной херни. Так, с тобой мы пообщаемся сейчас чуть позже. Неплохо. Дай что-нибудь. Дай что-нибудь. Дай что-нибудь. Да дай ты что-нибудь, но. Ищешь. Это не надо. Дай что-нибудь прикольное. Ну, 34 ключа.
Мне бы найти сейчас паренька, который как раз ключи принимает, было бы классно. Так, ХП, ХП пойдет. ХП, это хорошо. Так, опять это... Фотосрительная дверь. Вот так, значит, да? Вот и сиди там, с валута. Могу вообще безбоязненно открывать их. Понятно. Веселая комната, в которой ничего нет. Охереть! Я сразу же взорвался. Просто как только зашел, ни мгновений не было промедления, я просто сразу же взорвался. Это как бы невозможно было как-то избежать. Лол. Подстава на подставе просто в этой игре. Так, ну сейчас идем к маме. Здоровья у меня немного, конечно. В смысле, идем к сердцу. Айзек! Умри! Умри, сердце! Потому что оно живое. Как меня задело? Без понятия вообще. Ты умрешь. Я знаю, что ты умрешь. Давай без вот этого вот этого вот. Ага. Заткнись ты нахер, Dead Baby. Вот зачем мне вылезла эта надпись? Вот из-за этого я отхватил дамаг. Ну ёб твою мать. Говнина блядская. Ненавижу эту игру. Сколько у меня тут? Два сердца осталось. Внезапно. 8 штук, окей. Все не так плохо, как я думал. Ладно, живем, значит. Как-то я накопить умудрился. А, я же подбирал там кучу всяких этих. Да отстаньте со своим бэтгезом. С бомсарки тоже говно. Ох, нифига себе. Так. Это опасно, конечно, уровень. Куча боссов. Дай. Могло бы два сердечка там дать, например. Это было бы очень приятно. Блин. Музыка такая подозрительная. Подозрительно пустые комнаты. Червяк чуть не во мне появился прямо, падла. Вы эти вообще просто во мне появились, монстро. Монстры. Как будет слово монстро во множественном числе? Ожидаемо. Кинсифорева пригодится. Еще больше мух пригодится. Бумсарки не очень пригодится. Годится. Так, давайте взорвем. Оно делать больше ничего. Так, вот эти уже фиолетовые плюются, падлу. Я вас знаю. Вы такие. Так, два локи. Чем есть этот босс, который разрублен до пополам. Локи 2. Ну, это просто дабл трабл. Еще раз! Вы что-то перестарались, по-моему, с количеством. Успокойся, родной. Ты какой-то нервный сегодня. Ого, да господи. Что-то меня в этот раз игра просто балует. Буквально. Никогда такого не было. Видимо, за все мои страдания вознаградилось мне, как говорится, в священном писании. Ничего не дал, падла. Лапа. А я не взял там... Что я там хотел взять? Да смысла там сейчас уже на самом деле нет. Так. Дабл трабл уныние. Уныние.
окочурилась. Чё мне дает сейчас тирсап? Я вообще без понятия. Там ничего не дает. Иди ты в баню, лошадь. Это осел, ты не лошадь. Я уже давно тебя окрестил ослом. Так, что у нас тут? Неплохо, но потом. Это нам уже не нужно. Рейнджа, давайте поюзаем. Так, что это? Бэткэс шняга. Кэнси форевер. Энергию поюзаем перед боссом. Будет у нас, соответственно. Гурдята. Джигурдята. Но они не ожидали, конечно, такого врыва. Еще сердечко, которое у меня тупо не лезет уже. Хоть трамбуй. Я бы с удовольствием их все забрал, конечно же. Так, там какая-то большая комната. Давайте посмотрим, что там. Сейчас меня как-то порвут здесь. Ах, это вот этот Daddy Long Leg. Так понимаю. Да ебо, вот самый конченый, один из самых конченых боссов. Потому что от него задолбаешься уворачиваться. Он непредсказуемый. Еще падла, блин, дамажить его неудобно. Потому что не знаешь, как стрелять. Он убирает, как бы, и все. И Харри, он не всегда дамажится почему-то. Когда он блюет. Ладно, у меня там есть, в принципе, откуда взять сердечки. Сейчас сходим, полечимся. На самом деле, не знаю, зачем я уже обшариваю эти комнаты. Опять ты! Ты что-то, по-моему, обнаглел. Вася. Сучонок. Сразу же дамажит, как видите, не полсердца, а сразу на фунт. Без разговоров. Сука. Вот сейчас надамажит меня, падла. Зачем я это делаю? Надо идти к боссу, я обшариваю. Блин. Ладно, все, хватит, короче, страдать этой херней. Я валю. Не буду последнюю комнату обшаривать, пошла на задницу. Сейчас хопа, короче, там мега-супер-пупер ачивка на обшаривание всех комнат кафедрала. Я такой ее не взял. Ха-ха-ха. А у меня что, одна только сердечко было? Подозрительно как-то. Было вроде два. Непорядок. Куда делись остальные? Съели. Ладно, что делать? Пойдем с тем, что есть. Сейчас наплодим мух. И пойдем биться с Айзиком. Кажется, скорее всего, он меня кончит. На самом деле, может, надо было к сатане идти, учитывая прокачку. В том плане, что сатана-то посложнее будет. На самом деле, еще не слышал ни разу вот эту вот оригинальную музыку Айзика. Здесь. Как ты по мне попал? Скотобаза. Так, сейчас он начнет сжечь. Успокойся, Айзек. Айзек, спокойно. Задел ты, посмотри, наглая тварь. Тварь же. Опять заденет. Нет? Так, зря я к нему подошел в упор. Ты чё удумал, Айзек? Прекращай. Ты умер. Я победил. D6, кубик. Ах, босс же новый. Точно. Я и забыл. Сундук. Дальше играем. Я что-то уже думал, все. Конец, как обычно. Мы же подобрали фоточку, которая нам дает всякая прикольная возможность ходить в сундуке. Все дела. Пройдем сундук, там откроется еще что-то. Если, конечно, пройдем, в чем я, честно говоря, сомневаюсь. Воу, ты внезапен. Не стоило так рисковать. Блин, у него хп что-то до хера. Ты, может, умрешь уже? Он, по-моему, на два сердечка сразу добавится, мне показалось. Что-то
Короче, жесткий парень. Ну, я так и думал, что здесь сейчас будут сплошные боссы. Воу! Полегче! Вообще как-то не очень. Да успокойся ты! Ой, на меня завалит сейчас здесь какой-то бред какой-то вообще пошел. Я на такое не подписывался! Ничего ж не дают, падлы. Вообще ничего не дают. Все, пизда мне. Это Unreal просто какой-то. При всем моем желании это, конечно, слишком сложно для меня пока что. Но, по крайней мере, мы сюда дошли. Ну, это, короче, выше моих скиллов на порядок. Я такой не прохожу пока что. Ладно, было неплохо. Я считаю, мы прошли, собственно, план выполнен. Можно этого персонажа оставить в покое и играть за другого. То есть убита мама, убита сердце. А, нет, убит Кайзик, еще сатану, блин. Твою бать. Ладно, увидимся в следующих видео. Всем пока.